У меня полностью изменилась жизнь. Я очень рада и очень счастлива, что я попала в это место. Мне очень нравится команда вся, и студенты, и преподаватели. Я, когда увидел впервые Михаила Леонидовича, я сразу понял, что это наставник, вот самый настоящий наставник того уровня, который нужен действительно. Мы стараемся погрузить слепоглухого человека в эту театральную среду. 4 года назад, какими они пришли сюда и какой сейчас результат, это, конечно, большая разница. Это их, как сказать, социализирует естественным образом. То есть они вот так вот, во-первых, обретают почву под ногами, понимают, что они нужны, они важны, без них это все не произойдет. И счастье, когда они начинают это произойти, когда они начинают вот обретать какую-то свободу человеческую, и они могут уже сами что-то, это просто счастье. Пространство культуры, пространство театра, оно общее и равное для всех. Мы выходили на аудиторию и на открытые уроки и приглашали нас для участия в Ночи искусств прошлой осенью. За это время ребята поучаствовали в 3 театральных, достаточно крупных фестивалях. И они показали, что они способны стоять на одной театральной площадке с профессиональными актерами.